А я сама как песня, и радость, и тоска. С песней по жизни идет Наталья Кукуруза. Идея не просто дарить творчество, а тем самым и помогать людям, художественному руководителю Дома культуры «Авангард» в Борисовке пришла 5 лет назад. Именно тогда был организован первый благотворительный концерт. Общими силами собрали 10 тысяч рублей и передали на лечение мальчика. В этот раз в помощи нуждается 5-классница Эвелина Доценко. Девочке предстоит дорогостоящая операция на сердце. Это уже второй благотворительный концерт. И мое желание, чтобы дети никогда не болели и были счастливыми. И вот сегодня моя мечта осуществилась. Через каждые 5 лет я делаю этот благотворительный концерт. У меня вот идея, чтобы каждый год делать сборные концерты на благо наших детишек. Наталья Кукуруза работает в Доме культуры «Авангард» уже 10 лет. Сейчас под предводительством художественного руководителя 2 коллектива – народный хор «Приморочка» и вокальный ансамбль «Рябинка». Преданные своему наставнику, девчонки всегда готовы поддержать Наталью Анатольевну в любых начинаниях. Внести свой вклад в благое дело пришли и другие творческие группы. Мне очень жалко, я хочу вот этим танцем показать, как вот мы стараемся вот выразить сожаление, помочь, вот мы все очень стараемся и думаем, что это девочки помогут. Мы за это тоже волнуемся, за эту девочку, тоже хотим, чтобы с ней было все хорошо, и мы пожелаем ей удачи в операции этой. Для зрителей выступили 3 солиста и столько же коллективов со своими творческими номерами. Общими силами для Эвелины Доценко собрали более 11 тысяч рублей. В какой-то момент концерт стал под угрозу. Из-за ненастной погоды в Доме культуры отключилось электричество. Наша съемочная группа оказалась очень кстати и осветила сцену накамерным светом. Марина Роман, Антон Войцеховский, Телемикс.